Ну вот, друзья, и пришла в яхт-клуб осень. У нас тут гигантский урожай яблок. На яблони назрел, никто не берет. А мы сегодня попробуем сходить еще разочек в море. Может быть, недалеко, на один денек. Но все-таки попытаемся. Большого похода в этом году, я уже говорил, не вышло. Но будем компенсировать качество количеством. Последние дни невероятно упала вода. Вот ее обычный уровень. Вот настолько она ушла. Так что некоторые катера тут даже стоят носом на берегу. Вот так вот ушла вода. Ну, у нас не та осадка, чтобы низкой воды пугаться. Так что готовимся. Вот мы и собираемся выходить. Гости у нас собрались. Вот тут наши гости собрались. И мы отправляемся в небольшой походик выходного дня. Обалдеть, я такой низкой воды не помню вообще. Очень здорово вода ушла. Здесь обычно вода, а сейчас ее тут нету. Воду согнало так, что под килем просто не остается глубины. Сейчас фактически переползали через Миляку. То есть обратно будем возвращаться уже глубоководным обходным фарватером. Я что-то вообще не помню вот такой низкой воды в заливе. Вот мы приближаемся к шашлычному архипелагу, Путиловской дамбе. Но, честно говоря, вот сейчас по такой воде я даже не уверен, сможем ли мы подойти. Но попытаемся. Вот такой вот остров. Сейчас будем пытаться отыскать к нему подход по низкой воде. Ну вот мы и пришвартовались, нашли местечко. Вроде более-менее ничего, по камням не стукаем. Хотя, конечно, стоянка сегодня. Ай-яй-яй. Вот так мы тут стоим. Место тихое. И вроде бы по камням не стукает. Хотя опасность существует. Стоит сказать, что это, как правило, наиболее посещаемый остров. Не зря его прозвали шашлычным архипелагом, хотя правильное его название — Путиловская дамба. Но в этом году сентябрь месяц, а мы впервые на него выбрались. Вот такая вот, такой парадокс. Из достопримечательностей на острове имеется вот такой маяк. Сейчас мы к нему сходим. Вот в память о том, что
В годы Великой Отечественной войны здесь находилась артиллерийская батарея, которая подвергалась, кстати, обстрелам немецким тоже. И сама принимала участие в обороне Ленинграда. Вот в память об этом установлен вот такой вот крест. Вот тут такое эхо прошедшей войны. Здесь довольно высокая точка острова, откуда отличный вид на прочие острова. А внутри острова вот такие тропинки ведут по осиновым зарослям. Иногда тут попадаются грибы, но сейчас пока что-то не наблюдаю ни одного. А так доводились тут под осиновички, доводилось найти. Вот такая тут выложенная камнями набережная, который сколько, 140 почти лет, 137 лет ей, но уже разваливается. А вот на той оконечности острова имеются остатки артиллерийской батареи времен Великой Отечественной войны. Я думаю, сейчас туда тоже сходим, посмотрим. В общем, часть наших экскурсантов отстала, а часть наиболее интересующихся историей все здесь, да. И мы направляемся на тот край острова посмотреть на остатки артиллерийской батареи времен Великой Отечественной войны. Остров, как я уже говорил, искусственный, насыпался с 1878 по 1885 год. Как защитное средство такое, чтобы не замывало морской канал. А морской канал был прорыт, чтобы обеспечить доставку грузов в Санкт-Петербург. Невская губа, она очень мелкая, и раньше корабли приходили в Кронштадт, там разгружались, а потом на мелкосидящих судах перевозили все это в Санкт-Петербург. Все это увеличивало стоимость доставки. Поэтому прокопали канал от Санкт-Петербурга до Кронштадта. И по нему до сих пор корабли ходят. И вот сейчас годами, непогодами, а также нашими посещениями, все это потихоньку разрушается. И некогда сплошные дамбы превратились во множество островков, поросших лесом. Здесь так все булыжничками выложено. Угу. Аккуратненько. Ну да. А это кто-то тут на острове как изгой разговаривал с камнем. И вот мы пришли на другой край острова. Подходим к остаткам советской артиллерийской батареи времен Великой Отечественной войны. Здесь была позиция на 4 пушки. Первая позиция вся такая развалившаяся. А вот здесь более сохранившаяся. Вот этот вот фундамент от орудия. А это ящик для боеприпаса бетонный. Вот здесь их. Крепеж фундамента 76-миллиметровой пушки Лендера. А здесь хранилище боеприпаса. Вот здесь вот, видишь, вот на этих болтах крепилась пушка.
А вот некоторые посетители, судя по оставленным пузырям, даже не догадываются, что это такое и для чего оно здесь. А это все эхо войны. Когда-то эти пушки внесли свой вклад в оборону Ленинграда. Ты как со своим уже снесло. Да. Я ж к зрителям обращаюсь, ну и к вам тоже. Мы на самой восточной оконечности этого острова. Видны остатки дамбы подводные. Что-то горит там Балтийца так мощно. И вот мы возвращаемся к нашему месту стоянки. Наша воскресная прогулка по острову подходит к концу. Ну вот и вечер. Покидаем мы остров и направляемся в сторону яхт-клуба. Раз на прямом мы там что-то сегодня цепанули из-за низкой воды.